Друзья, всем привет, я Димас. Рад приветствовать на канале всех подписчиков и гостей канала. И сегодня решили быстренько приготовить что-то к чаю. Какие-нибудь слойки сделать к чаю, что-нибудь необычное такое. И чтобы не морочиться с тестом, нашел слоеное тесто у нас. И как бы решили приготовить слойки с яблоком, с корицей. Что получится из этого, сейчас все увидите. Для этого понадобится нам ножик для нарезки яблока, скалка наша старенькая. Мука для присыпки теста, само тесто и как бы сопутствующие ингредиенты тоже — это корица и сахар, ну естественно яблоко. Яблоко вот такое вкусное, наверное, будет, может быть и нет. Так что приступаем к нарезке яблок пока сейчас. Разрезаем и удаляем сердцевинку. Вот нарезаем тоненькие, где-то, наверное, по миллиметр-два. Наши яблочки, дольки такие. Яблочки нарезали и смешиваем наш сахарный песок и корицу. Ну, взял на глаз, потому что может много, может мало. Должно чувствоваться просто. Просто перемешайте и все. Все просто. И уже сейчас приступим к раскатке нашего теста. Чуть присыпем муки. Снимем с пленки. И тоже немножко присыпем муки, чтобы дабы не прилипло к нам ни к столу, ни к чему. И аккуратно раскатаем. И нарезаем. Если у вас есть лопатка пластмассовая, кондитерская, вы с помощью ее, у нас ее нету, мы вот ножиком разрежем. Аккуратно придерживайте тыльной стороной. Чуть больше, чуть меньше, не страшно. Одно ножиком аккуратно не порежьте. Ну и все, получается такие у нас штуки замечательные. 10 штук, я и рассчитывал. Распределяете на противень, поднос, в чем будете выпекать. Главное, чтобы там не прилипли ваши пирожки. И выкладываем наши заготовки, чтобы они уместились, и выкладываем яблочки по 4, по 5 примерно долек. И сверху аккуратно посыпаем корицей с сахаром. Ждем растойку, сейчас растоится. И будем запекать. 200 градусов, вверх-вниз, как обычно. И ставим наши чудо-ватрушки, плюшки в шкаф. И закрываем. Ну что, друзья, вот у нас прошло время. И мы выпекли наши ленивые слойки с корицей, с яблоком. Потому что купили все тесто, сами ничего не делали. Ну, как просто раскатали там, выложили. И запекли. Выпекали при температуре 180 градусов, минут где-то 20-25. Все зависит, опять же, от вашей печки, конвектомат. Не стали ничем смазывать, только вот пудрочкой посыпали сверху. Такие, ну, прикольные, в принципе, красивые. Для сельской местности сойдет. Такие штуки. Все припеклось, все нормально. Идеально. Сладенькие. Кто любит послаще сахара, сыпьте больше. Чайком сейчас с оператором выпьем. В принципе, очень вкусные получились. Непростые производства. Если вам лень делать тесто слоеное или какое-то еще, купить в магазине, оно не такое уж дорогое. Там яблочко, еще что-нибудь. Курагу, что вы любите. Кому видео понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Всем приятного аппетита. С вами был Димас, оператор Антон. Всем удачи и добра. Пока.